Добро пожаловать в Александрову Слободу, это Владимирская область. Мы находимся на территории женского Успенского монастыря. Александрова Слобода – это и такой центр, куда возят туристов, показывают резиденцию Ивана Грозного и действующий монастырь с действующими церквями. Сюда мы приехали посвятить куличики. Вот в этом здании есть очень такая экспозиция хорошая, на экскурсию съездить. Вот в тех зданиях есть, а вот это вот колокольня. Колокольня, но в нее можно даже подняться. И вот самое главное, церковь, это Успенская церковь, если я не ошибаюсь. И на территории, она небольшая, но очень красивая, весной здесь замечательные такие газоны зеленые, дорожки хорошие. И сегодня очень-очень много народу, все приехали светить куличики. Вся территория обнесена стеною. Стена такая, ну, против нашествия врагов была. В стенах были бойницы. Очень много башен по всем углам этого комплекса.